Ну и всем привет, ребята, с вами Магомед97К. Это сегодня мы будем, ну это будет видео по крафтмену. Да-да. Сегодня мы сейчас пойдем в шахту. Я уже, как видите, немножко добыл. Гравий тоже. Кстати, лотерея на лайк и подписку. Если мне сейчас с первого раза упадает кремень, то вы ставите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте. Эх. Ладно. Но все равно подпишитесь. О, что это за пещера? Да я не очень хочется. Блин, я скелета слышу. Мне страшно. Так, тупик. Кстати, а почему тут факела? Странно. Странненько. Ой, а что так глубоко? Ай, блин. Ай, ай. О, уголь. Мне уголь нужен. Много угля. Но никогда не копайте под себя, потому что под вами может быть лава. И тогда вы все свои ресурсы потеряете. Че? А, понятно. Как всегда, недостаточно памяти. Ой, что это? Что это? Че? Че? Не понял. Ты кто вообще? Здравствуй. Ха-ха-ха. Ты попался в мою ловушку. Чтобы ты отсюда выбрался, тебе надо быть мои испытания. Не выберешься? Я тебя не выпущу. Понял меня? Ах ты. Ай, ладно. Еще какие-то плиты мне дали. Блин, у меня даже нету вещей, чтобы их сложить. Так, ну, ребята... Так, вот это сожгу нафиг. Это тоже мне не нужно. Так, ребята, ну я могу просто сюда выкинуть вещи. Чтобы не профукать их, когда сдохну. Ну, вы поняли. Потому что терять вещи я не очень хочу. Кстати, почему тут кровать еще? Странно. Ладно, вот такой путек будет. Так, несколько я оставлю. И вот какой-то первый легкий паркур. Наверное. Но я тут не прочь, чуть уже не грохнулся. Фух. О, ладно. Нифига. Ой, там крипер. Давай. Паркур. Фух. Фух, страшно как. Я не пробовал паркур. Ура. Вот этого я боялся больше всего. Блин, страшно, я боюсь прыгать. Ладно, давайте раз, два, три. Объясни. Так, ну я лучше возьму пока. Я хочу камушек добыть немного, потому что мне камень нужен. Мне надо вещи забрать. Мне там немного вещей, но все равно надо забрать. Странно, я чуть не опукался. Ну, думаю, надеюсь, хватит. И теперь опять выкидываем их. Потому что они мне не нужны, наверное. Ну вот. Ну вот это было страшно сейчас. Так, идем. И вот так. Фух. Скоро дойдет до того момента. Фух, вот я тут опять. Вот. Кстати, где зомби? Он же тут был. А, убежали, наверное. Ну это и хорошо. Так, я опять тут. Ой, это дурацкий каменный блок.
блин. Фу. А зачем мне проходить, когда я могу просто простроиться? И... Так, ребята, продолжаем. Я не стал тут прыгать, потому что зачем прыгать, когда можно простроиться? И мы, о, уголь. Мы идем. Что так все тут сломано и некрасиво как-то? О, еще один паркурчик. Оп! Аху! Как мне выбраться? И что мне делать? Ладно, буду копаться. Продолжу, когда раскопаюсь. Опять я упал. Да, что ж ты будешь делать? Давайте. Фух. Давайте. Главное не профукать. Yes. А, ну это вообще изи, наверное. Если, ребята, не обращайте вот на этот звук, это я просто ем печеньки. Но я на шуте все прохожу, потому что если вдруг упадет, то мне придется это все заново проходить. Так, ой, что там их так много? О, сундучок с какими-то припасами, ладно. Возьмем это все. Время понадобится. Ладно, одену вот это. Так, вот это. Оденем вот это и вот это. Я на себя завесила. Ай! Как? Вот. Так. Может вот это сломать, потому что это как-то различается от всех блоков. И вот. О, рычаг. Ну, на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Магомед 97К. Всем пока-пока.